Добрый день, меня зовут Михаил Церковников. В этой мини-лекции мы рассмотрим основания и возможность для взыскания так называемых налоговых убытков с контрагента по договору, обсудим позицию Верховного суда, которая позволяет это делать, и попытаемся посмотреть на алгоритм взыскания таких убытков с точки зрения того, как суды нижестоящие воспринимают эту позицию Верховного суда. Смотрите на видеоконсультантов.